Приветствую, друзья, на связи Андрей Жариков. Как вы знаете, некоторое время назад адвокат Константина Игнатова подал прошение об освобождении Константина Игнатова под залог, и в данном видео мы узнаем о результатах данного прошения. На сайте Behind MLM 29 июня опубликована статья по данной теме, и представляю вам перевод этой статьи на русский. Название статьи: Константину Игнатову отказано в освобождении под залог, он остается под арестом до суда. Несмотря на попытку преуменьшить роль Константина Игнатова в OneCoin, ему было отказано в освобождении под залог. На момент данной публикации по делу Константина Игнатова 28 июня было опубликовано короткое сообщение «Заявление об освобождении под залог было отклонено». В письме от 28 июня адвокат Игнатова попытался преуменьшить роль Игнатова в OneCoin. Синим цветом выделен текст, написанный адвокатом Константина Игнатова. И, как вы можете видеть из этого текста, адвокат пытается представить дело так, как будто Константин Игнатов никаких важных должностей в компании не занимал, а был всего лишь личным помощником или секретарем Ружи Игнатовой. Итак, читаю. Господин Игнатов в OneCoin выполнял роль помощника Ружи Игнатовой до ее исчезновения в конце октября 2017 года. Ружа пригласила своего брата в конце июня 2016 года для выполнения несложных поручений. Ружа просила обвиняемого заказывать ей одежду, ювелирные украшения и различные вещи, поскольку она была расстроена тем, что у нее нет билетов на неделю моды, а также просила его составить расписание встреч. В одном из имейлов за сентябрь 2017 года, после заказа сумки, Ружа просила одного человека послать инвойс ее брату. В другом имейле Ружа ругает брата за то, что в шкафу беспорядок, и за то, что OneCoin купил дешевые красные и синие ручки. Мы приводим данные случаи как подтверждение того, что поручение, где Константина просили забрать серьги сестры и позаботиться о доставке керамических цветов к ней домой в октябре 2017 года, трансформировались в то, что он высокопоставленный руководитель в декабре 2017 года и топ-лидер в середине 2018. Просто нереалистично считать, что обвиняемый так быстро мог занять позицию сестры как лидера OneCoin в предполагаемой многомиллиардной финансовой пирамиде с большим количеством сотрудников и отделов. Версию о том, что Константин Игнатов всего лишь личный помощник и секретарь Ружи Игнатова, можно было бы, конечно, принять. Только на YouTube есть ролики, датированные 6 декабря 2017 года, где Константин выступает на сцене в Таиланде и, как видите, представлен именно как представитель компании. То есть целый огромный слайд, где он тут фигурирует. Согласитесь, как-то странно для простого секретаря, который занимается покупкой ручек, стоять на сцене и вещать на большую аудиторию. В статье от 28 июня издание Inner City пишет: «Судья Эдгардо Рамос спросил о происхождении денег, которые Константин Игнатов планирует предоставить в качестве залога, а также об уместности частных тюрем. Министерство юстиции высказало мнение, что, скорее всего, предложенный адвокатом Игнатова залог будет собран из средств пострадавших в OneCoin. Адвокат Игнатова Джеффри Лихтман заметил, что Берни Медоф, кто не в курсе, это создатель крупнейшей финансовой пирамиды в США, был выпущен под залог, и что обвинители не могут предъявить доказательства контакта между Константином Игнатовым и его сестрой Ружей, которые бы подтверждали его высокое положение в компании. Но судья Рамос после обсуждения на протяжении часа остался при своем мнении. Кажется, что Министерство юстиции отстаивало свою позицию грамотно, и судья принял правильное решение. В любом случае, Константин Игнатов остается в заключении до очередного судебного заседания. И вот тут наступает интересный момент. Если Константин Игнатов в OneCoin был всего лишь клерком, покупающим ручки, с чего ему сидеть за Ружу? Возможно, пришло время давать показания? Следите за новостями. Вот такая информация на сегодняшний день.
Следите за новостями, подписывайтесь на канал, нажмите на колокольчик, чтобы ничего не пропустить. С вами на связи был Андрей Жариков. Всего доброго. Global Star Club. Возможности безграничны.